Маргарет должен быть рядом. Где же он прячется? Думаю, путь верный. Это столовый нож. Ты зовешь меня на пир? Назад! Не подходи! Я не сдамся! Как пожелаешь. Живым я не дамся! На твое счастье я тебя не убью. Королевство мое! Мое! Я не отдам трон! Придется убить меня! Пора, мой лорд. Мы опаздываем на коронацию.
Думаешь, ты победил? Ха, нет, Леофрид, я приказал... Думаешь, ты победил? А нет, Леофрид, я приказал ему уничтожить тебя. Тихо. Ты не понимаешь, во что ввязался. Будешь гнить. Поспешим! Вперед! Я за тобой.
Не позвольте им скрыться! Мы на месте. Знакомый вид? Нет. Настало время перемен, Бургред. Осталась лишь коронация и Витон лордов Мерсии. Бургред, любимый! Моя леди, ты ранена! Тебя мучили! Нет, нет, я цела. Шевелись, лорд. Твой король ждет. Ваша смерть неминуема, Данаи. Все, кто охотился за мной, погибнут. Я позаботился об этом. Скоро ревнители узнают ваши имена. Неважно, как далеко вы бежите, вас ждет гибель. Довольно щебета, воробушек. Лучше оставь дурачество моему брату. Ревнители? О ком он? Это все чушь. Пустые угрозы испуганного глупца. Пройдемся, брат Волка. У нас есть время до коронации. Куда мы? Просто гуляем. Я лишь хотел отметить успех. Не похоже на тебя. Ты не лучшего мнения обо мне, да? Ведешь меня как ягненка на убой? Вот видишь, я был прав. Эй, вы! Пошли! Садись. Да, я вел себя погано. Но всегда уважаю славных бойцов. Пусть все знают, что теперь Эйвор с Ивором Бескостным друзья. Кто дал тебе это имя? Бакраут с острова Иберни. Я намотал его кишки на копье. Он назвал меня Бескостным за легкость движений. Или ты пьешь столько, что не в силах стоять? Вальгалла. Я попаду туда. Я уже чую кровь и мед. Буду сидеть рядом с Высоким, держа в руке топор. Конец достойный Рагнарсона. Казалось бы, да? Мы с Хальфданом будем там. Но Уба... Нет. Ему нужно кое-что совсем другое. Я в этом уверен. Чего хочет Уба? Разжиреть и состариться в своем доме в окружении кучи детишек. Ему нужен наследник, как и многим. Только не воином, не таким, как мы с тобой. Раньше он был другим. Но в этом краю, в Англии, здесь он ослаб. И каким он был раньше? Таким, как я. Яростным, диким. Мне все же кажется, что ты такой один. Это не похоже на похвалу. Так или иначе, раньше жизнь была куда проще. Если первое не по тебе, почему не выбрать второе? Из-за моего брата. Я люблю его. И сделаю все возможное, чтобы убедить в своей правоте. Мы воины. И должны быть ими до конца.
Перестарался. Коронация началась. Сколько ж мы выпили? Этого я точно не помню. Где же мой сын? Лорд, мы отправили гонца в Рептон, но ответа нет. Нужно продолжать. Ты искал меня, старый друг. И вот я здесь, перед троном, который не так давно занимал. Витон Мерси вынес единогласное решение. Пришла пора передать престол более достойному мужу. Мы требуем передачи королевства и короны Тену Кёлвульфу. Лорд, вот слово мерси. Корона. Ты ли это, старый друг? А, да, теперь я понял. Прости, мантия добродетели плохо сидит на твоих плечах. Простите Бога, по его воле я занял престол. Аминь. Так, где моя корона? Прости за волнение. Мне еще ни разу не доводилось преклонять колено. Но попробую. А, как просто! Пасть на колено без страха и раздумий. Он насмехается над тобой. Убей его. Не бойся, Дан. Я откажусь от короны, от королевства, где кишат язычники, и милости подлецов. На своих условиях. Я потребую немного. Сперва ты... Глупец, оглянись. Здесь ты бессилен. Моли их о пощаде. Больше тебе рассчитывать не на что. Да, да. Прости, я молю, пощади меня, прошу, я сбегу на край света, вот, она твоя, бери! Отправьте лорда с женой в Рим. Он изгнан и больше не вернется в эти земли. Ты
По воле Витона на престол Мерсии всходит король Кёлвульф II, праведный, милостивый, Боже, храни короля. Надеюсь, дело стоило возни. Отряд мерсийцев идет к Рептону. Лефрит, ублюдок верен королю до конца. Соберите всех и отправьте по отряду к северным и южным воротам. Пусть он разделит свое войско. Там Келберт. Эйвор, спаси моего сына. Он выживет, даю слово. Я останусь с Келвульфом. Иди. Нужно найти братьев. Они могли видеть Келберта. Видел Келберта? Нет, но мы видели, как Леофрид спешил за реку. Он за кем-то гнался. Думаю, за... Больше по такой грязище здесь гоняться не за кем. Господь, дай мне сил! Умрешь быстро! Сдохни! Самой подожди.
Скалберт, дело плохо. Леофрид, я не отступлю. Ни за что. Прошу, не надо этого делать. Леофрид, отпусти его. Это приказ. Приказывает король. А Данов ждет. Это... Брось меч, Леофрид. Тебе не за что сражаться. Рептон уже наш. Остался только ты. Я не сдамся вам. Значит, ты умрешь. Или ты. Ты проиграл, Леофрид. Даже если возьмешь верх сейчас, Рагнарсены победили. Я не раз сражался с Данами. Ты еще жив. Повезло. Защищай Мерсию от таких, как ты. И я умру, но не сдамся. Ты будешь страдать. Слово твоему богу, королю. Я клялся служить Бургриду до конца. Сражался и проиграл. Конец тут лишь один. Вот благородный воин бесчестного вождя. Бургрид бросил его и предал. На месте Леофрида я хотел бы об этом знать. Чему лишать воина славы? Он готов предстать перед своим богом и принять хвалу. Жизнь принесет ему лишь позор. Он отказался бы от клятвы, если бы знал. Решай. Правда или слава? Встань, Леофрид. Сегодня ты не погибнешь. Что? Бургрид не разделяет твоей верности. Он отрекся от престола и бежал в Рим. Бросил тебя. Ты лжешь. Когда ты в шаге от гибели? Зачем мне это? Он спасся сам и оставил тебя. Тебе не за что бороться. Не за кого. Предать доверие человека, столь близкого... Это бесчестье, достойное тысячи смертей. Эйвор, ты решил сохранить мне жизнь. И я... Я хочу отплатить тебе тем же. В Венонии стоит статуя с небольшим сосудом. Там свиток. Сожги его.
Свиток. На нем твое имя. По приказу Бургрида. Ревнители, что прочтут его, пойдут по твоему следу. Кто это? Неважно. Просто поторопись. Сожги этот свиток, или они настигнут тебя. А куда пойдешь ты? В Рим. Идем, пора возвращаться. Осторожно, ты ранен? Все в порядке, правда. Пара царапин, только и всего. Раны не глубокие. Тебе повезло. Эйвор, я бился изо всех сил. А он играл со мной. Знал, что я ему не ровня. Нужно было прятаться, Келберт. Это был не твой бой. Нет. Наш. Твой. Мой. Моего отца. Я должен был помочь. И помог. Доказал свою храбрость. Отвагу. Ты стал мужчиной. Знаешь, не думал, что ты пощадишь Леофрита. Обманутого убивать бесчестно. Он думал, что его король погибнет в бою за Мерсию. Но теперь знает правду. И правда освещает его новый путь. Ты в нем не ошибся, Келберт. Как и в том, что все мы отличаемся не так сильно, как порой кажется. Смотри-ка, ты отличился в бою. Такой храбрец может стать вождем целого клана. Королем Мерсии, брат, никак не меньше. Однажды. Мой отец уже принял свое новое бремя. Посмотри сам. Теперь ты Одлинг, или по-вашему Этелинг, наследник престола. Будь его достоин. Здесь нужна рассудительность. Думай, кому доверять. Сын мой, скажи, ты цел? Да, отец. Все хорошо. Он вел себя достойно. Храбро дрался со многими врагами. Примите мою благодарность. Спасибо вам. И что теперь? Скоро все услышат об отречении Бургрида. И другие королевства Англии узнают, что в Мерсии новый король. Но им не придется по нраву то, как ты пришел к власти. Как и многим моим подданным, выжившие воины Бургрида будут бороться с нами по всей Мерсии. С этим мы скоро разберемся. Я поскочу прямо в Оксенфордшир, чтобы заключить союз с местными тенами. Тебе нужна помощь? Пока еще рано. Лучше задержись здесь. Помоги нашим друзьям. Я скоро призову тебя. Сигурд, я предпочел бы обезопасить Келберта, пока в Мерсии беспорядки. Он может пожить в твоем клане? У тебя есть лошадь, юный Этелинг? Да, есть. Молодой скакун, Теобальд. Хорошо. Я провожу тебя до реки Нин. Оттуда ты доберешься сам. Спасибо, Сигурд. Так мне спокойнее. Жди моего зова, Эйвор. Готовься. Вы с Сигурдом молодцы. Будущее Англии в руках нашего народа. Держи, брат Волка, в знак нашей дружбы. Братья Рагнарсоны придут по твоему зову. Спасибо за честь, Уба. Видишь, хитрец хочет охмурить тебя. Ничего, я тоже могу.
И тебе спасибо, Ивар. Пожалуйста. Хорошо, что мы с тобой подружились. И с юным храбрецом Келбертом. Рад это слышать. Так, Леофрид сказал, что за мной охотятся. Ревнители. Нужно вычеркнуть свое имя из списка. Отправлюсь в Виноний. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Все. Статую, что используют ревнители. Готово. Горстка пепла. Теперь ревнители оставят меня в покое. Обсудить с Хайсомом новые цели. Идем. Покажи свою отвагу и заслужи место за столом героев.
Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Мне пора в путь. Прощай. Эйвор, есть время? Текла, ты будто с медведем боролась. Что произошло? О боги, Эйвор, меня ограбили на дороге в Линкольн. Кто ограбил? Ты их разглядела? Знаю лишь, что это были саксы. Целая свора. Отобрали 4 бочки с элем и все деньги. Самый здоровый стащил меня с лошади и прошептал на ухо: «Скажи Гудбану, что мы ждем его домой». Гудбан? Боевая кость на языке саксов. Уверена? Он так сказал. У нас ведь таких нет, верно? По-моему, нет. Я не против, что у нас привечают сирот, Эйвор. Но мы почти не знаем многих из них. Поспрашиваешь? Да, пожалуй. Приходи в себя, а я разберусь. Спасибо, Эйвор. Кнут, что это ты здесь делаешь? Эйвор, нам нужна помощь! Кому нам? Сильви и Эйра в беде. Мы отправились в лес и... Некогда объяснять. Пожалуйста, помоги! Они целы? Нет, не целы. Все плохо. Веди меня. Где они? Рядом! Нам надо спешить! Что случилось? Они в опасности? Нет, если мы поспешим! Куда теперь? Сюда! Почти на месте! Ну же, Эйвор! Можешь быстрее! Кнут, объясни, наконец, что происходит! Не могу! Ты все равно не поймешь! Просто поверь мне!
минут. Что это все значит? Прости, Эйвор. Пришлось тебе наврать. Но это не я, это все Эйра придумала. Лгать, чтобы привлечь внимание, очень плохо, дети. Мы нашли собаку. Она в беде. Угодила в ловушку. Мы боялись, ради собаки ты не придешь. Ах, кажется, это не собака, Эйра. Это волк. Но волк тоже собака, нет? Мне мама говорила. Конечно, так и есть. Вы послушайте. Точно пес. Эйвор, если ты нам не поможешь, мы сами попробуем. Нет, не надо. Дайте подумаю, как быть. Нужно помочь. Небось, голодная? Бедняжка. Так плачет. Спаси ее. По ней наверняка детки скучают. От главного входа. Открываем осторожно. Я вызволю волчицу. Надеюсь, не придется ее убивать при детях. Стол накрыт. Домой он не добрался. Значит, хоть умер бы. Эй, спокойно! Обманут детьми, ору на волков. А когда-то я был воином. Как вы? Видели волчицу? Да! Она свободна! Ты чудо, Эйвор! Но она убежала и спасибо не сказала. Может, просто спешит домой? Ее мама и папа наверняка волнуются. Или ее муж волк. Или жена. Кто знает. Зато точно известно, что вам троим пора назад. Пока родители не решили, что вас всех съели волки. О, точно. Не грусти, Кнут. Ты вел себя смело. И вы тоже. Больше не ходите гулять в лесу одни. Вы меня поняли? Но ты постоянно где-то ходишь один. Я очень мудр. А вы еще многого не знаете. Да, но нас же трое. Значит, мы умнее в три раза. Боюсь, это не совсем так. Еще! Еще другие! Назад! Все целы? Нас спасла она! Собака-волк! С волка! Что? С волка! И собака, и волк! Нет, мне не нравится. Давай назовем ее
мышь. Глупости. Ее должны звать Живака. Она же все жует. А ты что скажешь, Эйвор? Сволка. Такая же глупость, как и все это. Она наш лучший друг. Пора возвращаться домой. Нам всем. Ладно. Мы же просто искали приключений, как ты, Эйвор. И нашли. И подругу завели. В приключениях также нужно искать полезные знания. Ой, это скучно. Итак, что же мы сегодня узнали о диких зверях, дети? Мы узнали, что с ними надо дружить. Они прекрасные друзья и очень добры. Мама учила меня бояться зверей. Много она понимает. Давайте по пути домой обдумаем все, что случилось. Только молча. Кажется, вы ей нравитесь. Конечно. Мы ее спасли. Без нас она бы погибла. Как кабан, которого ты убил, Эйвор. Вы видели? О, да, мы видим все. Не надо об этом болтать, ладно? А ну, по домам. И новую подружку не забудьте.
Осмотрись вокруг. Спасибо, это как раз то, что нам нужно. Есть кое-что новенькое. Покажи-ка, что у тебя тут продается.
Что, это все? Мне пора. Удачи. Увидимся. Новое письмо. Эта история куда лучше правды. Но хоть имя мое сюда не попало. И там даже есть дракон. Куда ж без них? Thank you.